мы сейчас срываем там 15 февраля, то мы срываем сроки открытия. Мы людям уже сказали, что мы сами открываем первый апреля. Нет, мы подрядчика начало февраля, поэтому даже... Ну, слушайте, чтобы начало февраля выдержать, он должен здесь уже активно нарушать. Как наводят последние штрихи в помещениях, проверял заместитель главы администрации Красногорска по вопросам строительства и архитектуры Тимур Магомедов. Времени осталось мало, недоделки все-таки есть, но соблюдение сроков сдачи социально значимого объекта интересовало его не меньше качества отделочных работ. Застройщик это все видит, принимает. Сейчас обещал нам подрядчика ускорить в этой части, вывести сюда большее количество людей для того, чтобы к 15 февраля, а это те сроки, которые мы сегодня услышали, мы могли данный детский сад получить муниципальную собственность. Замечания адекватные, обоснованные. Мы сейчас тут же их начнем устранять. Я думаю, что в ближайшее время, в течение 2-3 недель, мы все замечания, которые нам сегодня показали, и до этого приезжал уже как бы инспектор, мы их все устраним. И к моменту передачи садика никаких замечаний не будет. В жилищном комплексе «Ильинские луга» сегодня сдано порядка 150 тысяч квадратных метров жилья. Единственное дошкольное учреждение, открытие которого ждут с таким нетерпением, давно стало популярной темой у местных жителей. С двумя детьми очень жду. Не знаем пока, правда, когда его откроют, но обещают к апрелю, к маю. Конечно, инфраструктура нам очень-очень сильно нужна. И за этот садик мы прям все ходим, ну, между собой, соседки, ну, и соседи разговариваем. Обещают все на днях, вот, декабрь пройдет, комиссия откроем в январе. Ну, никак, вот уже не январь, скоро февраль. Пока что ждем. Воплощать надежды первых жителей Ильинских лугов с маленькими детьми застройщик начал в 2019 году. Во время строительства садика сменился подрядчик. Последний, по словам представителя компании-заказчика, плохо справлялся с работой. Свою лепту внесла и пандемия. В конце прошлого года комиссия приняла здание. Сегодня оно полностью отвечает всем нормативным требованиям, говорит застройщик. Все уже работает, садик полностью подключен ко всем инженерным системам, электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение. В садике тепло, комфортно. Сейчас выполняем финишный этап, устанавливаем технологическое оборудование, завозим игрушки, постельное белье, посуду. Готовим садик к передаче в администрацию, для того, чтобы администрация начала его эксплуатировать и уже как бы принимать первых детишек. Открыть важный соцобъект планируют в начале апреля. А вообще, в перспективе в Ильинских лугах построят еще 5 детских садов, а также 4 школы, 2 поликлиники и 1 больницу.